Сейчас, секунду. Извиняюсь. Так, сейчас мы с вами... Я вам покажу, что у меня есть симулятор. Недавно вышел обнову, я уже, ну, сами понимаете. Ой, сори, реклама, пацанчики. Ну, ничего там страшного не будет. За рекламу, просто ребят, такая реклама дофига. Давно не было видео, очень давно. Я что-то уже подзабыл этот канал, но пофиг, сейчас будем его останавливать. За рекламу не бей. Не бей сюда чего пойдет, сейчас ему капусту его выблю. Хотя, чем капуста есть? Капуста, если есть. Сейчас. Некоторые спрашивают, как вот есть коляска, как делать без коляски. Видите, где значок выйти из машины, из мотоцикла. Ну вот тут такая, ну вот тут нарисован мотоцикл. Нажимаем на него, и получается без коляски. Да? И если вы хотите поставить назад коляску, будет нарисован уже мой мотоцикл, только уже с коляской. Мы с вами сейчас, я вам покажу, что это за значки, ну, с мотоциклом. Блять. Пацаны, вы видели, что я утворяю? Всё, мы их останем жестко чем. О, новая это какая-то фигня. Ну, короче, едем. Да, на моем YouTube-канале не было много роликов. И фирменная пресса, я забыл сказать. Ну ладно. Вот. Вот эти значки, это, ну, во-первых, гонки там. Я не помню, это, да, и доставка еды, опять реклама. Сейчас, ребят, понимаете сами. Извиняюсь за рекламу, но это игра такая. Без рекламы тут не обойтись. Так, короче, вон там доставка еды, тут гонки, а тут работа в полиции. Давайте поработаем в полиции. Работать в полиции. Поехали ловить преступника. Нет, пока мигалки выведу. Вот видите, тут доставка еды. Так, сейчас смотрите, вот значок нарисован, вот, и мы вот с шляпой чел, мы сейчас едем к нему, короче, его ловить. Смотрите, как мы это, собственно, будем делать. Вот какая-то тетка тупоголовая, сейчас мы ее задержим, наверное. Почему она вденная? Просто зайк все может. Чем не просто стоит. И бич, бац, 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 бич, бац. Все, едем его участок отвозить. Сейчас я там поставим, что нам вообще дадут за это. Я просто еще, ну, только в миссиях. Опа, тяги. Похерай. Алло, что я создать? Что за херня? Пацаны, короче, давайте помощь сосуется, по-моему, второй ранг нужен, да? Или нет? Да, а не третий даже. Ну, там второй. В принципе, стоим хороший, никого сбивать не буду, наверное. Вот этого чего собью. Повезло ему.
Короче, хз, куда поедем, поехали покатаемся. Опять реклама. Ну, поехали за КамАЗом, съездим, на нем что-нибудь поделаем, поработаем. Это просто краткий обзор, что-то по новому обновлению, ничего, ну, типа, какие у меня успехи тут. Как и уезжали, так и поедем. Ладно, давайте колеску поставим. С ней как-то поустойчивее сейчас. Ой. Это мой дом очень сильно помялся. А, да не вовремя подтяны. Только коляска мнется сзади. Или нет, я же не помню. Да ну нахер, я не верю. Ну перед вообще не мнется. Вот так будет, вот так выглядит первого лица. Так, сейчас нам куда что-то не помню. Сейчас посмотрим. Короче, похер, поехали туда. Да, вон деревня. Алло. Да, вот. Лесы уже наши. Нет, это не наши. Это в... Я не понял, короче, давай, короче, забить. Не успел почитать. Вот мы сейчас поедем ко мне в деревню. Наверное. Все правильно, а нет. Или... А, да, ко мне. Вроде бы. Да, ко мне в деревню поехали. Давайте мотик. Не, мы за КамАЗом ехали, да. Он стоит. Главное свинью не сбить. Как мы без рекламы. Возвращаются радостью. Это еще не реклама игры, но если хотите, пожалуйста, писать мне в директ. Так как вы. О, бесит. Пока что свинку не сбить. Проедем так и поставим. Давайте пока мотик сюда поставим. Все, поехали на КамАЗе по Хасане. Вот, Хасан работает на КамАЗе, есть поблизости. Что-то дебилы не тянут. А, для так-то работы. Только почти уже на так-то реально. Голос распахает, некрасиво. Как-то. Сейчас посмотрим, если мне сами достает. Типа, что можно сразу два спахивать. Блин, все пока работает? Я ничего не могу показать. Ладно, пока. Если не показалось, то пока не работает. Если что, подпишитесь на просто баню. Это мой брат. А просто Даня, это очень крутой блогер. Он снимает много, и опять это обычная коммуникация не задала. Когда ты приглашаешь друзей в Тинькофф, эти новогодние приглашения возвращаются радостью. Пригласите друга оформить карту Тинькофф Блэк. Так отвалить, дайте мне видео нормально снять.
Ребята, уже 10 минут и выпадает ступая реклама. 31 декабря. Заботчики, ты увидишь, ты видел, бери тупую команду. Нафиг не нужно. Это мешает игровому процессу. Игра хорошая, очень хорошая. Вот реклама кончена. Еще какая ботинка, наверное, лосит поле 100 пудов. Продаю 500 лайков. Вот. Да, лосит поле. Не пойдем, да. Это что поделать? Я хочу ли подбить на медведя? Это не. Давайте подбить. Посмотрим, может, он машину купил. В принципе, я купил дом машину, это будет вообще зашибись. Я просто побольше дом не купил, еще кушать нужно машину и поставить тоже еще. Никонос и дендуля трактор. Ой, ребята, заматывает меня. Еще не купил. Чунца по машинам хватает, ну что там? На пятерочку хватает. Так, на шестерочку. 25. Давайте это возьмем. Сейчас, может, ее перекрасить хватит. Ёля, копалка, давайте. Это говно какое-то. Желтый ненавижу. Черный, вот черный бы я хотел ее видеть. Давайте хотя бы зеленым. Значит, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока. Вас очень люблю всех. Пока.